Всем привет, дорогие друзья, с вами я, отец-одиночка Нюки, и как вы видите, наша старая ржавая BMW на месте. Мы пригнали ее во двор, в наш бескрышный гараж, и дядя Сережа пытается, как говорится, поставить ее на ноги, или точнее на колеса. Но пока что это один сплошной ржавый кусок металла. И все-таки, ребята, на данный момент это наша не основная проблема. Это, можно сказать, вообще не проблема. Это проблема дяди Сережи, но не наша. А наша проблема кое в чем другом. Так. Валите отсюда, блин, я сколько раз говорю уже! Ё-моё, пошли вон, проваливайте! Сколько вас можно уже пинать отсюда, а? Как же они меня задолбали! В общем, это уже, я, наверное, сотые гопники за сегодняшний день. И сейчас я вам все объясню. Ребята, местные СМИ сделали про нас репортаж и выставили нас на всю страну семейкой миллиардеров, блин. Ага, вот вруны. Сказали, что, мол, у нас два дома, причем что один он буквально-таки из земли сделан, что у нас тут типа три машины, при том, что одна машина это старенький Форд, другая машина это типа Жигули таксишный, а третья машина вообще, блин, не машина на данный момент. Ё-моё. Ну и сказали, типа, что у меня там квартира еще и огромный небоскреб, который я, между прочим, продал, если что. Как бы на минуточку. Но нет, это не помешало обвинить нас, типа, мы миллиардеры, как будто в этом что-то плохое. Ну, они, конечно, хвастались, типа, у нас в городе есть миллиардер, хотя обычный миллионер, подумаешь. Но для местных гопников теперь просто дело чести обнести наш дом. Вот просто они себе, я не знаю, как идею фиг, знаете, себе повесили галочку, что вот у нас здесь миллиардер, надо его ограбить. И теперь каждый удобный двоечник-ПТУшник со всей округи, даже из соседних городов, приезжает сюда и пытается к нам залезть, что-нибудь спереть. Мы их, конечно, всех дубасим, там Полина уже задолбала себе руки чинить, уже руки, представляете, у нее портятся всех колотить. Ну, ём, они все лезут и лезут. Лезут и лезут. Уже всех нас это достало, блин. Хорошо, хоть они не знают, что у нас еще гелик есть. Да, вообще тут была целая армия этих гопарей. Но чего же делать, я не знаю. Знаете что? Ребятки, ни у кого там идеи больше не было, как их отвадить от нашего дома, а? Что, нет ни у кого? Ладно. Придется идти на крайние меры. Точнее, придется идти к моему брату. Ладно, пойдемте. Проведаем дядю техника, может, он что-нибудь придумает. Рекс, ты за главного. Так, дядя Сережа, если что, там у тебя гаечный ключ есть, ладно? Так, все самое ценное мы спрятали в подвал, про него они не знают. Все, пойдемте. Что? Ну что? Вообще-то он типа вам помог, если... на минуточку. Еще жалуются. Пойдем. А, да, Рекс, я тебя оставил, все. Ух, ребята, путь тут, конечно, недалекий, но веселый. Так, пин-код, оп-оп-оп. Все, заходим. Заходим, заходим. Так, зашли. Молодцы, закрываем. Так, Сашенька, если что, Саша, там внизу живет наш родной дядя, точнее, мой братик. Он очень сильно на меня похож, поэтому ты, пожалуйста, не пугайся. Он добрый, но маленько со странностями. И сейчас я тебя с ним познакомлю. Его зовут Техник. Да, ай! Блин, осторожно, тут лестница очень опасная. Молодцы. Ага, все, спустились. Техник, здорово, брательник! Так, секундочку, познакомься. Это вот наш новый член семьи. Ее, эту девочку замечательно зовут Сашенька. Саша, нельзя так начинать знакомство, ё-моё. Нет, не слушай ее, не слушай. Техник, она ничего не хочет. А, ей и так нормально живется, не надо портить ей жизнь. Так, значит, Саша, дядя Техник, все. Будьте знакомы. Итак, техника, детишки, вы пока что тут поразвлекайтесь, только никуда не лазить, максимум чертежи посмотреть. А мы с техником кое-что обсудим. Техник, пойдем на пару слов. Ой, ё-моё. Я же сказал ничего не трогать! Так, все, я передумал, у вас был шанс, все, все идут со мной и слушают томные, нудные беседы взрослых. Все, идем сюда. Значит, техник, разговор такой. Ё-моё, ты, может, смотрел по телеку репортаж? Короче, на всю страну объявили, что я миллиардер, соврали, хотя обычный миллионер долларовый. И теперь все гопники мира повадились лазить к нам в дом. И у нас уже руки устали их всех колотить. Я думаю, тут как бы чисто насилием проблем не решить. Может, что-нибудь придумаешь, а? Какие-нибудь, я не знаю, техно-штучки какие-нибудь свои предложишь, а? Так, хватит! Да хватит тут тыкать все! Может, лучше какую-нибудь идейку придумайте, а? Я могу сделать кое-что. Но нужно время. Давай на построение установки. А какой установки? Может, объясните? Саша, блин! Ё-моё, тебе что?
Так, блин, Полин, вас что, всех по именам, что ли, назвать, а? Вот почему мне приходится кричать, дети? Почему мне приходится на вас орать? Почему я не могу просто сказать, а вы меня чтобы послушали, а? Суперспособность? Да что ты с суперспособностью сгладила? Хотя... Хотя это идея... Нет, не для тебя, не для тебя. Слушай, а можно мне суперспособность, а? А то, а чё? У Полины есть, у Пети есть, у Лизы есть, у Стёпы. Стёпа красивый, а мне? Так, так, Сашенька, ты пока что ещё новенькая, тебе пока рано. Ну, сделаешь, ладно? О, супер. Через часик? Так, ну хорошо, а только как бы... А какая суперспособность у меня будет? Так, дети, срочно, срочно, общий сбор. Стёпа, Стёпа, сюда, сюда, сюда. В общем, давайте, нужно выбрать папе суперспособность. Давайте, каждый пусть предложит по идее. Давайте, давайте. Давай, супер волосы. А чем тебе мои не нравятся? Супер зрение. Ну, вроде у меня и так зрение неплохое, все вижу. Так, ё-моё, техник, хоть зуб ты почистил бы, а? Экс-рей очки? Ага, как мне потом с вами в одном доме жить? Так, почему в очках ходишь? Так, чтение мыслей. Чтение мыслей? Ну, ё-моё, я как ваши мысли почитаю, а потом только в дурку заезжать. Супер мощная пятка. Так, ребятки, давайте без шуток, давайте что-нибудь нормальное, ладно? Что такое суперское, чтобы мне помогло от гопников избавиться? Суперско... Наконец-то, хотя бы кто-то нормальную суперсилу предложил. Суперскорость. Техник, ну чё, сможешь замутить суперскорость? Что, прям как флэш, да, так. Да? Отлично. Ну чё, так, чё, куда вставать? Куда подключаться? Куда нажимать? Нужно подождать. Ладно, детишки, пойдемте пока погуляем. Ты тогда на телефон звякни, ладно? Окей, 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 не ожидал. В общем, ребята, кто не знал, у техника идея фикс, точнее, мечта всех моих детей превратить в суперсолдат. Я пока не дал ему это сделать, но потихонечку, блин, все-таки его план берет верх. Потому что, смотрите, сначала Полина, потом Лиза, еще и Петя. Ну, как бы Степ у нас такой от природы красивый. А теперь получается еще и я. Ну, а как вы видите, пока что он только дает нам суперсилы. Но никакие его задания, поручения мы не выполняем. Так что пока что мы, как говорится, люди свободные. Так, люди свободные, давайте на выход, на выход, на выход. Все, сейчас погода отличная, свежий воздух. Вы дома сидите целыми днями, поэтому надо гулять. Поэтому давайте сейчас будем играть в прятки. Петя! Петя, выходи! Все уже закончили играть! Петя, уже не смешно, блин! Ребята, в общем, играть в прятки, когда у тебя один из детей человек-невидимка, плохая идея. Блин, ё-моё, ну, это тебе смешно, что ли, кажется? Я уже испереживался весь. Так, ладно, Полина, сделай, пожалуйста, нам дверь. А то что-то впадло забор обходить. О, спасибо. Как хорошо, когда дочка вот такая сильная. Так, и теперь закрой, пожалуйста. Так, никого не осталось, никого не осталось. Так, ну чё там, блин, техник? Алло, ну сколько можно? Мы же уже час ждем. Я тут думаю, ремонтик может забабахать. Где ты думаешь? Ё-моё, а установку-то сделал уже? Так, ну чё, можно спускаться или нет? Все, отлично. Так, дети, все, давайте, вниз. Спускаемся. Давай, давай, давай. Петя, быстрее. Так, закрываем, все закрываем. Ух, ребята, буквально-таки считанные минуты остаются до того, как я стану супергероем, представляете? Супернюким, вот это да! Где? Где установка? Вот это, что ли? Ого! А, ё-моё, ну, они у тебя все очень похожи, но чуть-чуть доменяются постоянно. Так, дети, все, кыш, 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 кыш отсюда, кыш, моя установка, моя суперсила, все, 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 выходим, 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 на выход, на выход. Ну чё, можно уже, да, начинать? Так, техник, можешь просто детишек, а, куда-нибудь туда вот загнать за загон? Ой, ё-моё, мне кажется, надо, знаете что, ремень купить. Вот это будет просто лучшая инвестиция. Так, ну как, готово? Блин, что-то боюсь. О, ой, двери откуда не возьмись появились. Так, три. Ё, два. Блин, 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 блин. Два, один. И... Ух, блин. Это что было? Это... Ого! Охренеть! Ребята, так теперь получается путь до Виктории? 5 секунд! Вот это да! Ну-ка,
Так, осторожно, шажок, еще шажок, и... Ё-моё, чуть все карманы не вылетели, еле успел схватить свой кошелек. Так, так... Это, конечно, прикольно. Так, только бы выход попасть, так. Так, ай, блин, ай-яй-яй-яй, стукнулся лобиком. Ой-ой-ой, Лиза, подуй папе на лобик. Ой-ой-ой, спасибо большое. Ух, ладно, техник, все, спасибо тебе огромное. Пойду гопников раскидывать. Так, так, прицелился. Все, вижу цель, иду к цели. Так, Саша, отойди. Так, маленько передохну. Так, так. Ой. Так, вот осторожно, на цыпочках. Открываем. Ну что, ребятки, давайте на перегонки до дома, окей? Так, все вышли? Где Полина? Полина. Техник, все, пока, спасибо огромное. Так, закрываем. И давайте на счет три. Раз, два, три. Погнали! Вау! Вот это несусь просто! Вау, вау, вау! Пошел нафиг отсюда! Ай-яй-яй! Ой, больно! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, коленочка моя! Ой-ой-ой! Вы не гопник? А, вот гопник! Ну, держись! Сейчас тебе покажу, морда ауешная, какого это по чужим домам лазить. Так, сейчас тебе ключом... Опа! Офигенно, да, видали? Опа! Нихрена, он отлетает! Опа! Повали отсюда! Подальше от моего дома! Уродж, тоже захотел, да? Так, ну вроде сработало. Вроде сработало. Так, стоп, еще один! А ну пошел сюда! Пошел сюда, сказал! Так, надо разогнаться. О, разогнался. Так, опа, нифига себе. Так, все, проваливай. Ух, блин. Ух, запыхался. Ух, офигеть. Ну, что я творю? Вот, видите, до чего довели человека. Ладно, все, пойдемте до дома. Так, надо только аккуратнее. Так, Полин, открой, пожалуйста, папочке двери. Ага, Лиз, и вторые тоже. Так. Отойдите! Ух! Чуть в огонь не улетел. Ух. Так. Кто нафурил? Стой, Саша, стой! Стой! На диван уже успел. Молодец. Что, не видишь, что ли? Ты из говнякалась. Куда? Так, все, на улицу, Саша. Чистить ботинки. Ну и ковер ты потом чистить будешь. Так, Полина, убери, пожалуйста, за Сашей. Степа, убери, пожалуйста, за Рексом. Так, а я пока... приготовлю что-нибудь покушать. И, точнее, попытаюсь... Ух, ё-моё. Ё-моё, ударился об стол. Так. Так, сейчас аккуратно прицелься и... Ай! Блин, ну кто табуретку поставил, блин? Прям по коленям. Так, ай! Молодцы. Так. Что ж такое? Буквально обо всё стукаюсь. Уже все ноги оббил себе. Ай, да ё-моё. Ай. Так, все, Нюкем, стой на месте. Блин. Короче, дети, сегодня папа, в общем, по дому не будет работать. Давайте-ка вы сами, хорошо? На цыпочках, ага, знаешь, уже ноги болят. Чисто уже сами ступни отваливаются. Так... Так, пойду маленько развеюсь на улице. Ё-моё, опять врезался в дверь. Так. Так. Все, тормози. Ух, блин, ребят, мне что-то даже укачивает. Так, кто там смеется? Кто надо мной смеется? Вы чего угораете? Алло! Чего смешного? Вам посмеяться хочется? А как насчет вот такого смеха? Блин, да как же попасть теперь по ним? Попал по одному. Так, сейчас по следующему. Ё-моё, так, Рексик, не мешайся под ногами. Так почему? Так, ну сейчас я точно его прикончу. Так, прицелиться и... моя башка! Ой, ё-моё! Как больно-то! Долбанная суперскорость мне всё испортила! Больно, очень больно.
Картошку своровали? Ой, ё-моё, что ж мы теперь кушать-то будем? Виктория, что ли? Не-не-не, я сейчас никуда ходить не буду. Так, дети, ну его нафиг. Опять эти гопники. Серега! Серега! Серый, ты где? Так, только ни одного шага, Нюким, ни одного шага. Серый! Слушай, можешь, пожалуйста, мне подвести, а? К бункеру техника. Сейчас я ему позвоню. Техник, алло! Все, готовь там установку, что снять с меня эту дурь долбаную. Странная скорость, не хочу больше быть супербыстрым. Все, сейчас мы подъедем. Обо что тормозить-то, обо что тормозить? Все, техник, все, баста. Все, отрубай. Давай, Ctrl-Z. Надоел уже, все ноги разбил, лоб разбил, гопников не отпугнул. Все, полный провал. Сейчас потихоньку. Дети, а вы давайте придумывайте мне какую-нибудь суперсилу покруче, получше, попрактичнее. Окей, только без приколов давайте. Так, аккуратно. Все, чтобы я, когда я вылезу, уже чтоб все придумывали. Ага, блин, супер дыхание, чтобы вашим пердежом дышать. Все, техник, врубай. Так. Раз. Ну, давай быстрее. Три. Два. Один. Ух! Ух, отлично! Наконец-то я бегаю как нормальный человек. Так, ну что, придумали что-нибудь, а? Кроме супердыхания. Давайте, суперскор... Нет! Саша, послушай меня, не нужна тебе эта суперскорость. Карасиком суперпрыгучесть? Суперпрыгучесть звучит интересно, ведь тогда у меня будут очень сильные ноги, и тогда они точно перестанут болеть, и мои отбитые коленочки тоже. Так, будешь им на голову прыгать, и ноги болеть точно не будут. Отлично! Все, спасибо за предложение, беру, как говорится. Давайте, врубайте мне суперпрыгучесть. Так... Давайте, все, я готов. Давай, техник, запускай свою шарманку. Да, все получится, у тебя всегда все получается. Так, ну что? Ага, все закрыли. Давай. Раз. Ну, давай уже быстрее. Три. Два. Один. И. Ай, бой! Ой, как ушибся башкой-то! О, походу, да! Так, 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 может тут не достану? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, больно, блин! Ай, ладно, все, сейчас аккуратно выйду на улицу. Ай, окей, окей, надо было сразу говорить, блин. Я же не думал, что так высоко. Аккуратно. Так, ну хотя бы сейчас можно бегать. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, долбанная привычка! Ай! Так, все, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Так, не прыгать, не прыгать, я привык идти в припрыжку. Так, все, аккуратно поднимаемся. И да, спасибо тебе большое. Так, Сашенька, ну куда ты лезешь перед папой? Так. И... Ну-ка, Серега, сейчас у тебя челюсть отпадет просто, гляди. Уху! 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 Вот это да! Супер, блин! Нифига себе! Нифига себе! У меня аж теперь попа задымилась! Так. Так, аккуратнее и... Вау! Вообще не больно! Ну-ка, сейчас по деревьям попрыгаю. Еее! Ого! Ого! Вау! Так, сейчас на самую высокую елку. Так, и... Бах! Вау! Охренеть! Просто охренеть! Ну что, гопники, держитесь. Погнали, детишки, сейчас будем им на бошке прыгать, сворачивать им дурные шеи. Ну что, придурки, дождались? Все, теперь будете иметь дело с человеком супер-прыгунком. Чё улыбаетесь? Это не смешно вообще-то, это суперсила такая. Так, Полина, отойди, сейчас я им покажу. Раз, два... Три! Уху! Сейчас вот на этого синего. Да! Бах! Хо-хо! Чё, больше не смешно, да? Чё, не убежишь и... Опа! Сейчас. Блин, промазал или задел. Нифига! Я ему буквально пяткой так по носу чиркнул, и все, лежит, как миленький. Саша, это невежливо. Прыгать человеку на лицо. Ну все, ребята, все, погнали. Я думаю, они свое получили. Теперь никто не будет ко мне суваться. Так...
И, ну что, готовы, да, увидеть самый главный трюк? Теперь я могу не открывать ворота, понимаете? Я могу делать просто вот так. Ой, нет, ай-яй-яй-яй! Рекс! Рекс, блин, я в твое дерьмо угодил! Кто, как ты такую кучу наложил, а? Я в тебя даже, ай-яй-яй-яй! Я тебе даже столько места не даю! Охренеть, просто, блин, в море какаша купал, ну офигеть! Ё-моё! Так, попрыгал я, короче, какой-нибудь вон в бассейн попрыгал. Так, дети, вы там попытаетесь что-нибудь покушать, приготовить. Так, и... Ай-яй-яй, больно! Опять башкой долбанулся, так, и... И... Опа! Ой, как прикольно! Опа! И прям в бассейн! Опа! Класс! Так, ну все, дети, сейчас батя идет кушать. У-ху! А знаете, что самое прикольное? Теперь можно заходить в дом не через парадный вход, а через крышу. Просто вот так вот. Бах! Супер! И зашел. Только надо осторожнее, потому что, блин, голова моя уже болит. Так, аккуратно, аккуратно. И... Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Больно! Так, осторожнее. И вот тут вот сейчас аккуратно сейчас... И... Ай, бой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, опять, ай-яй-яй. Ладно, все, ничего, пару раз, ничего, пройдет. Ай, 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 о, бедная моя башка, бедный мой лоб уже. Опять, что ли? Ну вообще уже никаких сил нету к ним спускаться. Ай, башка, моя башка. Уже столько шишек там, что же одна сплошная шишка. Нет, все, короче. Звоню опять технику. Алло. Не, все, отбой. Сейчас иду к тебе, будем отменять. Не, в этот раз я сам себе суперспособность выберу. Так, Степа, дверь за собой закрой. Так, никаких прыжков, никаких прыжков, никаких прыжков. Аккуратно. И... Опа! Так, аккуратно, аккуратно. Никаких прыжков. Никаких прыжков. Техник! Ну что, готово? Все, от меня скорее, блин. Просто чуть что, чуть испугнусь, маленько, знаете, на... Поставьте лестницу, вы что, издеваетесь, что ли? Вот, спасибо. Спасибо, Степа. Так. Все, давай, отменяйте. Отменяйте быстрее. 3, 2, 1, 1, и... Опа! Опа! Офигеть! Наконец-то! Наконец-то! Ну все, ребятки, все, настало время мне самому выбрать себе суперспособность. Ну сейчас я такую выберу. Так, суперсила у нас уже есть, невидимость есть... Мне кажется, самая суперская способность. Да, я придумал. Так, все, встаю сюда. Отсюда не выйду, пока ты мне ее не сделаешь. В общем, дети, учитесь у своего папы. Я выбираю себе супер ум. Ой, прости, пожалуйста. Супер ум, супер интеллект. Вот так вот. Мега мозг. Только чтобы размером был как обычный. Ну, умный, да, но только чтобы я был супер умным. Лиза, желание похвалено, но у тебя уже есть суперспособность. Так. Что, можно такое сделать, да? Нифига, побежался настраивать. Ни хрена себе! Я уже в предвкушении. Все, я готов. Опа, закрылась. Блин, ребята, страшно-то как. Так, 2. Ё-моё, только как я узнаю, что я стал суперумным? Что-то волнуюсь, капец. Ну, Ну, только что-то я ничего не почувствовал. Вообще что-то ничего не чувствую. И стоп, зачем мне столько мусора? Так, Стёпочка, подойди, пожалуйста. Цветочек отдашь какой-нибудь красивой девочке, а вот этот весь хлам просто выкинь на помойку. Нафига я столько таскаю? Вообще странно. Ракета. Так, вот это все, пожалуйста, и деньги тоже забери. Я потом себе карточку заведу. Все, давай. Так, все это скидываем. Забирай. Так, это, ну пускай. Все, забирайте.
Странно, что я всегда ходил такой нагруженный. Также можно спину сорвать. Что же... А, все, ребята, я все понял. Ха, отлично. Все, техник, спасибо тебе огромное. Все, дети, мы уходим. Вот мы дурачки. Это ж надо было такой фигней страдать. Сейчас все будет. Это же все элементарно, блин, ё-моё. Со мной? Ну, пожалуйста, я не против. Так, алло, дядя Сережа? Да, ждем вас около входа. Давайте. Так, мы на месте. Граждане, вы себя не утруждайте. Сейчас скоро все это закончится. Так, пойдемте. Полина, сходи, пожалуйста, Полина. Полина! Выгони их, ладно? Они нам только мешать будут. Сейчас, все сюда, техник, ты мне тоже пригодишься. Сашенька, пойдем. Итак, пожалуйста, принесите мне из гаража дяди Сережи инструменты. Вот, и такой ящик был с деталями, да. У него остались детали от старой машины, вот, пожалуйста, принесите. Так, а мы пока что из подвала кое-что оборудуем. Так, спускаемся. Все за мной. Так, напряжение в норме. Показатели стабильны. Итак, ребята, техник, вот ты за те рычаги, я за эти. На счет три дергаем. Давай. Раз, два, три. Запускаем. И... па-бам! Все, сейчас должно заработать. Итак, дети, представляю вам нашего супербота Ржавис 3000. Запускайся. Опа. Добро пожаловать в наш мир, сыночек. Так, смотрите, работает. Ну еще бы. Я ведь суперумный. Все, Ржавис, давай, поднимайся к нам. Давай. Поднимайся. Так, тебе мешают двери? Вот, красавчик. Это ты умный, прям как я. Молодец. Пойдем, Ржавис. Сразу, с места в карьер, как говорится. Тебе сразу дается первое задание. Поднимаемся. Нам сюда, Ржавис, знакомься, это твой дом. Итак, Ржавис, знакомься, это Рекс, наш пес. Это техник, мой брат. Это мои дети, запоминай, Ржавис, это Сашенька, это Петя, это Лиза, это, получается, наш Степа и Полина. Она тоже частично, как бы, твой родственник, видишь, у нее руки металлические. Итак, этих людей, включая меня, ты должен защищать. Это твоя семья. Идем дальше. Это все, что ты видишь вокруг. Я имею в виду дом. Видишь, снаружи посмотри. Вот это все место, где мы живем. Это наше убежище. И его ты тоже должен защищать. Так. Ну как, получается понимать? Осваиваешься потихоньку? Да? Так. Ты что? Обнаружена цель? А, стоп, стоять. Нет, как уничтожить? Это дядя Сережа. Знакомься, это наш водитель. Дядя Сережа, это Ржавис. Это новый член семьи. Нет, не уничтожить, а пожать руку. Только очень аккуратно. Вот, молодец. Ржавис, идем дальше. Сейчас, насчет уничтожить, у меня есть для тебя пару идей. Так, ого, уже там выпивку все нашли. Смотри, Ржавис. Вот это вот, видишь, небритые морды... Куртки Adidas, палки, биты, фингал под глазами. Это... Стой. Я сначала объясню. Это гопота. Если эта гопота приближается ближе к этому дому, чем на 2 метра, если, видишь, вот получается забор, ближе 2 метров, все, тебе дается команда уничтожить. Поэтому с этого момента ты патрулируешь наш периметр и день, и ночь. И круглосуточно несешь дежурство. Как только увидишь, что кто-то из этих гопников заходит за территорию, все. И дальше у тебя руки развязаны, делай с ними что хочешь. Я тебя в этом не ограничиваю. Потому что в нашем уголовном кодексе наказание роботам не предусмотрено. Видите, ребята, мало того, что я решил нашу проблему, ведь теперь нам не придется беспокоиться об этих гопарях. Ничего, мы, конечно, пару сотен гопников отмудохали. Но им все было нипочем. Однако, я думаю, все-таки пара тысяч отмудохных гопников все-таки маленько разнесут вести об этом домике по округе, и больше никто к нам сваться не будет. Во всяком случае, если кто и сваться будет, это будет проблема не моя, а проблема нашего Ржависа. Где он там? А, веселится вовсю. И самое главное, что теперь, получается, у нас в семье прибавился еще один интересный, ну не человек, но я думаю, это личность, да, личность. Ржавис
Молодец, молодец, хороший ржавец. Ничего, я думаю, если моим зрителям ты понравишься, то мы тебе и еще всяких функций наделаем, поэтому давай, не подведи. Так что, ребята, с вами был отец-одиночка Нюкин, и если вам нравится ржавец, придумайте ему какие-нибудь новые задачи, окей? Может, там что-то по урокам помогал кому-нибудь из домашних. Все, ребята, с вами был я, всем спасибо за просмотр, до завтра, всем пока!